Всем привет, я сейчас проснулся, сейчас пойду на завтрак. Сегодня будет такой обычный влог. И я хочу еще заснять уличный экстрим, как научиться плавать. Если вы хотите, пишите в описании или в комментарии. Какое описание? Описание это я пишу. Чуваки, прикиньте, была солнечная погода, а теперь тут дождик. Дождик. Тут дождик и шторм. Не, ну дождик. Дождик. Даже тучки видны. Тучки, как в России, тучки. Всем привет, я только что проснулся, поел. Вчера не доснял влог, потому что, кто знает, тот поймет. Сегодня новый день, сегодня поеду в город. Хочу купить водонепроницаемый чехол, чтобы плавать под водой. И все. Сейчас нахожусь на теннисном корте. Сегодня тут буду играть в теннис. Мария Шарапова. Все, мы отыграли в теннис. Сейчас я не знаю, что буду делать, я уже устал. Пойду посижу в интернете, смонтирую видео и выложу. Всем спасибо, что были со мной. Если вам понравился этот влог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!